нашу жизнь были рады. Заботились и оберегали. Не спали ночами, вместе делали первые шаги и открывали тайны огромного мира. Вместе учились и вместе с нами сдавали экзамены. Быть родителем – это значит жить для себя, для своего ребенка и просянить его взамен. И мы говорим вам большое спасибо за то, что вы все это время были рядом с нами. Мама, папа, наша с вами история началась еще задолго до моего появления. Мне еще не было, а вы уже очень ждали меня. Наверное, ждали так, как нужно ничего никогда, целой жизни, и вы уже любили меня, всем сердцем. Папа, помнишь, как ты приплакивал руку к моему животу? Я точно знаю, когда я впервые заплакала ты заплакала от счастья. Я помню, как ты подбрасывала меня вверх на самое небо кричащего, и я точно знала, что ты меня понимаешь. Знаешь, мне не хватало тебя и твоих слов. Я знаю, что ты много работаешь, но я также знаю, что ты это делаешь для нас. Мама, папа, помните, самое первое, 1 сентября, с букетом гладиолусов вы были очень гордые и смешные, как будто это выйдет в первый класс, а не я. Помните ссору в старших классах? Под вашим взглядом хотелось провалиться сквозь землю, но на жалобное это больше не повторится, вы обнимали и прощали меня. Вы всегда радовались моим успехом и делали так, чтобы я вам гордилась. И я горжусь вами, потому что вы умеете сделать нашу семью счастливой. Ваши уроки навсегда остались в моей памяти. Вы уважаете мой выбор. Я все помню. Мама, папа. Мама, с детства я помню твои руки, державшие меня от кроватки. Ты была самой внимательной и терпеливой. Ты всегда знала, как о мне позаботиться. Многому научила меня. А я до сих пор, когда у меня возникают трудности, за помощью иду к тебе. Ты научила отвечать на какой от хорошего. Неважно, как говорит, это просто ужасная одежда, которая носила 14 лет, или что-то более серьезное. Ты научила меня слушать, понимать и любить. Я стараюсь всегда помогать и правильное решение. Спасибо тебе за то, что ты рядом и оберегаешь меня. Твоя любовь вдохновляет меня. Спасибо тебе за то, что ты мой лучший друг. Без тебя я не стала быть такой, какая я есть сейчас. Я люблю тебя, мама. Мама, спасибо тебе большое за то, что сказала, что ничего страшного, что я не знаю, что я тебя очень люблю. Большое спасибо за все, что вы мне делаете, делаете и будете делать дальше, за вашу поддержку. Только на это.
всех за меня переживала, и когда я писала за Ноа тоже, она мне не хотела на тревожить очень времени, позвонила всем моим родственникам, маме, папе, сестре, чтобы знать, как я.